Хайкуб, Германия. Вступление. Хайкуб Т-Технологи существует для создания систем аккумулирования энергии мирового класса, беря энергию из солнечных батарей и сохраняя ее для последующего использования в вашем доме или на работе. Это означает, что вы можете хранить дешевую чистую энергию в течение дня и использовать ее ночью или когда вам это нужно. Это также означает, что у вас есть электричество в случае отключения электроэнергии в вашем регионе, что важно для развивающихся стран. Несмотря на то, что некоторые продукты для хранения данных являются базовыми, наши продукты отличаются высокой степенью домашней интеграции, расширяемости и интеллекта, которые отделяют нас от конкурентов, включая такие крупные бренды, как Tesla. В настоящее время у нас есть три продукта, которые можно использовать для дома или для малого бизнеса. Наши продукты представляют собой простой в установке корпус, все в одном, позволяющий добавлять и извлекать батареи. Пользовательский интерфейс на устройстве через мобильный myhaikub.com. Механизм переключения при сбое питания и домашняя система управления энергопотреблением, которые могут взаимодействовать с электромобилями, розетками, отоплением и разумно определять приоритеты их использования. Предполагаемое воздействие. Компания была создана специально для четырех рыночных возможностей. Глобальное изменение климата и давление на правительство, бизнес и потребителей с целью повышения энергоэффективности. Сокращение, полное удаление Fiat Ein Tarif, которые правительство платит владельцам солнечных батарей, заставляя многих владельцев солнечных батарей хранить, а не продавать свою энергию. Снижение стоимости аккумуляторного оборудования и стремление многих людей стать энергетически независимыми, используя свою собственную энергию собственного производства. Нестабильность энергосистемы в развивающихся странах, требующих решения для хранения энергии в качестве резервной копии. Существенные достижения на сегодняшний день. Безубыточность прибыли была достигнута в мае 2019 года. На сегодняшний день продано 440 единиц в Германии, Великобритании, Италии, Швейцарии и Южной Африке. Содержит непроданную, незаконченную стоимость запасов в показателях выручки в соответствии с местными стандартами бухгалтерского учета. Инженерные достижения. Проектирование и проектирование трех гибридных интеллектуальных систем хранения. Разработка программного обеспечения для домашнего управления энергопотреблением системой управления батареями в каждой отдельной стойке для батарей, чтобы контролировать весь поток энергии в здании, включая зарядные устройства, радиоуправляемые розетки, погружной нагреватель и так далее. Система управления OnBox с сенсорным графическим интерфейсом. Разработка веб-портала и мобильных приложений с мониторингом в реальном времени. Усилия по проектированию и сборке продукции привели к установке испытательного стенда для обеспечения качества, нормативной сертификации, настройки производственной линии. Маркетинговые усилия на сегодняшний день включают в себя брендинг, обучение членов команды продаж, разработка CRM-системы, создание маркетингового сайта с опциями в конфигурации для клиентов для онлайн-продаж, первоначальные маркетинговые мероприятия, такие как ярмарки ПВ, Intersolar München, для продвижения продукта среди установщиков и оптовиков. Стратегия монетизации. Хайкуб зарабатывает деньги, продавая наши решения для хранения данных. На данный момент мы продали более 440 единиц с общим совокупным доходом более 5 миллионов евро. Каждый Хайкуб может быть настроен для клиента с точки зрения модели и емкости. Можно объединить несколько цепочек, если клиенту требуется много энергии, и это приводит к продаже на многие десятки тысяч. Пока что мы сосредоточились только на ЮВ Германии.
Наше намерение сейчас состоит в том, чтобы продавать на всех немецкоязычных территориях Германия, Австрия, Швейцария и заключать дистрибьюторские соглашения для Европы, Азии и США. Например, в настоящее время мы заключаем соглашение о продаже с крупнейшей немецкой сетью DIU Hornbach, которая будет иметь стенд Haikup в своих магазинах. Hornbach также имеет магазины в остальной части Европы, включая Нидерланды, Чехию, Швецию, Словакию и Румынию. Несколько других дискуссий происходят с аналогичными предприятиями за пределами Германии, чтобы расширить наш глобальный охват. Выручка включает в себя 195 347,19 евро капитализированных затрат, которые также включены в административные расходы и, следовательно, нетто в общем результате. Этот порядок учета также соответствует местным и британским ОПБУ.